здесь дышится так хорошо. Вот люди заходят уже на свою камеру. Я опять нахожусь в Фитланде. Это соляная пещера. Вот как здесь здорово. Там зона грязевых процедур. Чуть-чуть сейчас сниму, будем дышать. Вот это наш Фитланд. Здесь бассейн общий. Вот иду туда, там термальная зона, там несколько бань. Все буду показывать по возможности, сниму. Что такое, не знаю. Городской курорт написано. Видимо, там фотографируются. Сейчас я туда зайду и сфотографируюсь. Детская зона, бассейн детский, лежаков много, много народу. Чистый цвет, всегда много народу. 2 часа 900 рублей стоило, а я, так как я уже постоянный клиент, за 2 часа 800 рублей. Вот тут купель. Вон там такая купель, попробую сейчас туда нырнуть. Зона ледяная купель, но я туда не нырну ни за что, конечно. Вот написано ледяная купель. Люди туда влияют. Там открытый бассейн. Здесь вот массажные кабины. Здесь скрабирование можно сделать. Баня. Индивидуальное парение. Лесные бани. Там по речке ходит мужчина. Вот уличная зона расписана, что здесь. Морская джакузи и минеральная джакузи. Вот лежаки. Вот слева там морская джакузи. И рядом минеральная. А я пойду сейчас в бассейн минеральный. Вот минеральная джакузи. Здесь обливание, обливные ведра. Распариться в хамаме, а потом облиться. Гималайская баня. А я говорила Голливуд. Я перепутала все на свете. Гималайская баня. Вот еще тоже обливные ведра. Спа-зона. В общем, дальше больше покажу.